Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Филипп Газманов – это приемный сын Олега Газманова, который делал успешные шаги в качестве фотомодели. Родился он в ноябре 97-го в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди, младшего брата скандального бизнесмена Сергея Мавроди. Когда же в стране разразилась невероятная шумиха вокруг банкротства компании МММ, мама Филиппа забрала сына и ушла от супруга. Вскоре Марина вышла замуж за знаменитого певца и композитора Олега Газманова, который и воспитал мальчика как родного сына. Также у Филиппа есть сводный брат Родион Газманов и младшая сестренка Марианна. Хотя Олег является приемным отцом, все знакомые отмечают, что Газманов-младший очень на него похож. Молодой человек решил не идти по стопам приемного отца, хотя в детстве и был участником ансамбля «Непоседы», однако в итоге его музыкальная карьера не состоялась. Молодой человек с ранних лет увлекался спортом и нашел себя в модельном бизнесе. Известно, что Филипп сейчас живет в Лондоне и там изучает современные технологии ведения бизнеса. Также сотрудничал он с петербургским фотографом Александром Мавриным и его агентством. Кроме того, Филипп активно ведет страницу в Инстаграме. Там появляются снимки его шикарного накачанного тела, а также он делится кадрами с отдыха и семейными фотографиями. Подписчики при этом часто отмечают, что сын певца любит покрасоваться и похвастаться. Молодой человек постоянно позирует за рулем дорогих машин, в частных самолетах и ресторанах. И это очень сильно раздражает общественность. Под фотографиями нередко можно найти массу плохих комментариев, где его называют богатеньким сынком, только и умеющим, что тратить деньги своих родителей. Цитата: «Опять арендовал машину на папины деньги? Ничего не добился в жизни, только тратишь родительское состояние». Интересно, для него есть что-то дороже богатства и машин? Понимает ли он, что такое счастье? Именно так возмущаются фолловеры. При этом молодой человек старается не обращать внимания на мнение окружающих. Он полагает, что это те люди, которые, цитата, «всегда недовольны тем, что имеют, и вечно смотрят на тех, кто имеет больше них». А как вы считаете, хорошо ли это, что он так сильно хвастается? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всего доброго!